Спи спокойно, я добавлю на комбики миски. Спи спокойно, я добавлю на комбики миски. Знакомые лица, примерки, скоро они будут на сцене. Скоро все увидят, как наш концерт офигенный начнется. И затрошат от этого клуба стены. Это непременно случится. Офигенно, это будет и никак иначе. Это быть не может. Но кажется, сегодня для нас задачи сложные. Станет этот концерт, ведь не хватает кого-то. Кого-то, кто отвечает за низкие частоты. И это очень жаль, мы звонили на мобильный. Очень много раз хотели его увидеть, но сегодня сильно. Он не снимается в фильме, он не пишется в клипах. Просто он сейчас, наверное, где-то в пипе. Спи в каком-то клубе, который посетил вчера. Кислый где-то, орут взрослые и детвора. Кислый где-то, но он не отвечает ни слова. Санёк, без своих партий супер-гитеров, без своих басовых закорючек мы сегодня не сможем сделать этот концерт крутым. Мы продолжим, конечно, читать этот фристайл, пока ты не придешь. Саша, выйди наконец и покори молодежь своей харизмой и, конечно же, своей великой игрой. Саша, где ты? Мы не знаем, где ты и что с тобой. Кислый, мы посвящаем тебе эти печальные строки. Где ты наш самый главный банкрот? Кислый, спи продолжать играть эти грустные ноты. Возможно, они поймут, что мы грустим тут без кого-то. Возможно, до них дойдет, кто же такой все-таки данный персонаж. Он придет сюда и наверняка входит всех в раж. У него огромный стаж, великий рок-н-ролльный дел. И сегодня он готов тут замутить очередной беспредел. Вернее, он бы хотел, он об этом мне вчера говорил. Но, видимо, пошел на автопати и выбился там из сил. Возможно, в туалете заснул, у него теперь очень плохой стул. В наушниках у него не играет без скул и рудскул. Он не слушает хардкор, он музыку слышать не может. Возможно, он где-то сейчас проснулся и как же сложно будет ему путь сюда, но я верю, дойдет однажды. Саша и развлечет всех собравшихся граждан. Санек, мы тебя зовем, Санек, выходи скорее. У меня есть сейчас одна отличная идея. Как только я начну играть припев, ты появишься и поддержишь меня. Давай, Санек, делай это, дай же им огня. Они хотят, они смотрят на сцену так внимательно. Да где же ты, где тебя носят, давай, мать твою. Уходи, хватай наконец-то свою бас-гитару. Давай дадим Питеру жару, вот на подарок. Саша, душа перегара, поднялся на сцену и готов зарубиться. Те же он Кислинский, да, такое не приснится. Ты в одном гребаном кошмаре, подожди, рано, парень. Ты еще не должен пока что издавать звуков на бас-гитаре. Сейчас мы начнем это делать синхронно. Пока я здесь с гитарой, свой у микрофона. Пытаюсь обратить твое внимание, когда вступить нужно. Ты уже должен, конечно же, Саша, быть во всеоружии. Но твой бас деревянный еще не должен вторить Ивана. А вот сейчас надо, начинаем как ни странно. Теперь,
когда на ледниках все ждут целика. Я хотел бы, чтобы она наконец остановилась, Максим, твоя рука. И чтобы остановилась рука твоя, пожалуйста, Саша. Паша, сейчас на барабанах мы не ебашим, а для поддержания темпа только даем хэт небольшой. Давай сделай это, сотворим этот фокус с толпой. Сейчас мы заставим их петь, они выучили слова. Я вижу, что многие едва сдерживаются от того, чтобы начать это петь прямо сейчас. Давайте сделаем, друзья, я не слышу ваших громогласных фраз. Сделай это, подай наконец свой голос.